полностью сотрудничают со следствием, дают показания, как что и было, как происходило. А как они бравируют, как они себя позиционируют, то есть что они говорят? Все преступления были совершены на почве национал-социализма. Это вражды, ненависти к другим нациям, превосходство белой расы над остальными. А можно ли в данном случае говорить о том, что у нас есть какая-то устойчивая группировка именно социально-националистов таких? В настоящий момент проводятся следственные действия в части данного доказательства, данной группы. Но процессуального решения пока в настоящий момент не принято. Развейте слухи, да, потому что слухов, сколько человек вы уже задержали и проверяете? Было проверено большое количество людей, значит, ну, основной план был. Вот, началась следственная оперативно-розыскная мероприятие в понедельник в 6 часов. Значит, провели обыска 19 человек. Из этих 19, 9 были задержаны, в отношении двоих избраны меры пресечения. С остальными в настоящий момент проводятся оперативные и следственные мероприятия. Что они себя представляют? Сколько им лет? Что это? Вот такие же группа, ребята? Это группа молодежи, все совершеннолетние. Все придерживаются той же идеологии национал-социализма. Они между другом что знакомы? Что их связывает, да? Как они познакомились? Ну, познакомились по мере общения, где-то в компаниях. А правда, что они выходцы из фанатского сектора? Ну вот эти двое, да, действительно, дали показания, что ходили на футбольные матчи, на фан-секторе познакомились, и вот уже там... Можно уточнение, гостевого или... Я не могу сказать, к сожалению. А за какую команду болели? Тоже не могу сказать. Ну а как вот вы разговариваете с ними, как вы оцениваете? То есть насколько далеко зашли бы их планы, если бы их не остановили? Что еще было? Думаю, что зашло бы намного бы хуже, потому что он сказал, что если бы у меня были деньги, я бы зашел в торговый комплекс, всех расстрелял, оставил патрон, два патрона бы для сотрудников правоохранительных органов на один патрон для себя.